Здравствуйте, дорогие подписчики, и мы продолжаем проходить игру «Невероятный Человек-паук 2». В прошлой серии мы остановились на том, что пришли в Оскорб. Тут захватили заложников, давайте расследуем, накажем плохих парней. Так, отлично. Что за такое здание неудобное? Сейчас забежим. Опа. Сегодня умрет дантист, с тобой отлично поработал. Да. Я ждал ребят Шульц. Иди сюда, Шульц, пожалуйста. А быть человечным. Это его все боятся. Дай оружие. Все, умри, клоун. Ай-яй. Только не это. Сегодня ты не умрёшь. Отлично. Умри. Хотя бы сделай вид, что стараешься. Дай оружие свое. Покажи себя мне. Да пожалуйста. Чё же мелочиться-то? Чтобы попасть туда, надо убрать мусор. Тут все расчистить. Угу. Отлично. Войти в Оскорб. Да, войти. Обязательно войти. Это я знаю. Пик-пик. Хоп. Отлично. Ку-ку. Есть кто живой? Вижу. Здорово. Норма. Что там новое? Опа. Что тут? Вроде ничего. Идем туда, в трубе. Вентиляция? Без проблем. Влад, тихо. Что там? Мелкий пролезет. Вижу. Грязная работа это для Влада. Он ведь не жирный, не то что они. Все, пора да. С этим завязано. Иди сюда. Пойдем. Будь тут. Все, отдохни. Так, ладно. Куда мы ползем-то? Куда надо, а вот. Норм так, отдыхай. Что там? Пил. Пил. Отлично. Что там? Нам сюда, да? Дальше мне по шахтам не пройти. Как тебя зовут? Макс. Макс Дилан. Выбирай, Макс. Либо ты скажешь, где оружие, либо умрешь. Я инженер-электрик. У меня нет туда доступа. Не повезло тебе, а, Макс? И сюда, иди ко мне. Не все, всегда спать. Такой удивленный вид. Так, раз, два, три, четыре, отлично. Дело плохо. Полно. Спокойной ночи. Да легко. Иди сюда. На планете это называют дракой. Ну не знай, сейчас мы это устраним. Иногда я сам себе поражаюсь. Сундучок, замечательно. Да.
иди сюда. Да, это я. Минус один. Отлично. Девочка, что ты? Иди сюда, спатьки. Они все говорят про оружие. Спорю на свою паутину. Шульц пробивается в отдел спецпроектов. О, знакомая штука. Ой, что это было? А нет, это ползти. Круто, круто. Ну-ка, давай. Тынька. Вы мистер Паук? Да. Просто Паук. Мистер Паук — это мой папа. Как тебя зовут? Макс. Макс Дилан. Я программист. Макс, ты должен мне помочь. Стать моими глазами и ушами. Сумеешь? Правда? В смысле, да! Я не подведу. Так, выведи заложников через лестницу Си. Там все чисто. Я в тебя верю, коллега. Коллега? Ой. Плохо. Дойдем с пятачком. Большой. Большой. Секрет. И что потом? Света не будет? Он взорвется. Мы умрем. Класс. Где он? Где он, да. Двери заблокированы. Теперь к нему есть только один путь. Какой? По этим конвейерам в реактор идет охладитель. Вы ведь можете прицепиться к чему угодно? Конечно. Если умеешь цепляться, вся опасная работа твоя. Единственный способ остановить процесс — вручную открыть все... Отлично. Попробуем. Извините, игра свернулась. Отлично, продолжаем. Ого, там все взрывается. Макс был прав, реактор огромный. Если рванет, в центре Манхэттена будет большущая дыра. Надо найти систему охлаждения. Ага, вижу. Так. Отлично. Вот она. Система охлаждения. Охладить. Быстро. Раз. Два. И тянем. Отлично. Отлично. Пошли, пошли, пошли! Русские! Мочи всех! Чё? Что они тут делают? Прячьтесь! Мочи их! Они увлечены боем. Надо воспользоваться этим и испортить оружие. Их слишком много. Надо подумать. Подумаем сейчас. Чё? Почему по потолку нельзя ползти, я не пойму. А, вот. Отлично. Так, пускай там воюет, а мы тут в тихушку. Я вроде с тобой уже дрался. Или у вас у всех одинаковые приемы? Да, наверное. Да и как тебя отключить? Какую кнопку? Отлично. Давай быстрее, она сейчас убьет. Отлично. Да что-то. Отлично.
еще два. Половина. Но даже одна рабочая пушка нам здесь сюда. Еще. Иди сюда. Спать. Все. Отлично. Еще один. Следующий. В этой профессии. Я долго не забуду. Бой. Отлично. И разумеется, ты не бил голубника. Снимает. Не повторяйте этот трюк. Дай сюда патрошки свои. Иди сюда. Смотри. Не надо в меня стрелять. Не надо в меня стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим, бежим. Иди сюда. Не переживай, говорят, в тюрьмах теперь намного уютнее. Даже сиденья на унитазах появились. Готов. Вроде никого. А, вон, за кем там следит, но я успею. Так, бежим. Вот туда. Тихо. Ты что там? Иди сюда. Отлично. Эй, не хочешь быть моим заклятым врагом? Я пошутил. И почему не всегда так получается? Да действительно. Снайпер надо мной. Это еще кто? Ты здесь? Прочел мое объявление, жди меня? Думаешь, я сбегу, а? Оставлю Нью-Йорк таким уродом? Нет уж! Только тот инструмент нужен. И он у меня есть. Поздоровайся с потрясающими сейсмоперчатками. Или как я их называю? Шокером! Очередной герой. Неудачник. Босса. Босса, босса, босса. Ай, не успел. Так, как? Окей, замечательно. Мы забыли полечиться. И что, сначала? Только не говорите мне, что сначала. Ага. Сначала, извините, пропустим, пожалуй. Да что такое? Иди сюда. Иди сюда, нечисть. Иди сюда. Что ты? Бесполезно. Не забывай, что белый огонек означает, что... Я не забываю ее. Ага, у него направленный действие. Да лечись, давай. Сейчас опять умрем. Да, умерли. Вот вам и вот. Так, пропустим. Иди сюда. Да ну как? Иди сюда, нечисть. Ты мог бы сделать состояние на молочных коктейлях? Погоди, я сейчас...
уже затошнило. Если меня вырвет прямо в маску, за химчистку будешь ты платить. Вроде с тобой уже... Ой-ой. Да что ты будешь делать? Как же тебя так? Ну надо полечиться срочно. Дай полечиться. Да что ж ты будешь делать? Да. Это бред. Эй, давайте в открытом бою. Так. Нужно как-то по-другому. Как по-другому? Мочить его в лоб и все. Не отпускать. Иди сюда, где ты там? Что ты сразу пулюху получил? Почему так? Да что ж ты будешь делать-то? Какой-то самонаводящийся? Что-то дико, ребят. Я не вырезаю это все для того, чтобы не было такого раз и все. Эта серия не закончится, пока я не мочу этого босса. Хотя бы сделай вид. Стараешься. Сделай. Тихо. Ну-ка, улучшение так. Зрение. Калин нет. Бросить нет. Ускорение. Так, тут ничего путного нет. Сообщение. Давайте сообщение просмотрим заодно. Я понял. Я знаю, как это должно быть. Я скажу тебе, что мои родители колотили меня по голове. О, что у меня было ужасное детство. Папа избивал меня до потери сознания. Мама пила. Но многие люди проходят через это и не становятся такими, как я. Вот что происходит. Когда я был ребенком, я понял всю правду. Жизнь бессмысленна. Только смерть имеет значение. Окей. Вот, почитали так? И это твое оружие? Вот таска. Давай, Герман, прояви смекалку. Ты мог бы сделать состояние на молочных коктейлях. Погоди, только что ж ты не уклоняешься? Ты покойник! Ну вот, уже затошнило. Если меня вырвет прямо в маску, за химчистку будешь ты платить. Получай, нечисть. Да что ж ты будешь делать-то? Успею, нет? Успел. Так.
еще что за... У ковбоев есть лассо, а у меня паутина. Че? И как, че? А, не забывайте, что белый огонек, окей. Так, а че притянуть-то, а что-то не пойму. Где-то там. Летимся, летимся. Успею, не успею, успею, не успею. Давай, 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 давай. Отлично. Иди сюда. Иди сюда. Я не позволю, чтобы мой город захватил. Позволишь. Я свое оружие не называю шокером. Причем на полном серьезе. Раз. Иди сюда. Иди сюда. Не торопись. С тобой отлично поработал. Жаль, испортить. Шлепок прямо на темечко в ужин. Отлично. Не сажай меня, друг, а? Там до меня русские доберутся. Ты можешь заключить сделку с прокурором Харпером, тебя защитят, если разборки остановишь. Страдают невинные люди. Я не могу, я здесь уже никто, а? Все банды в городе воюют, все друг друга до смерти боятся. Расскажи мне о русских. Русские добрались сюда почти в одно время с тобой. Я знаю. Видно, один из моих ребят сболтнул. Назовем твое будущее неопределенным. Что они будут делать? Вооружаться. Уберут всех, кто остался от моей банды, а заодно и остальных. Они бешеные, обещаю. Когда они закончат, ты будешь тосковать по Герману Шульцу, а? Так. Ты, значит, искал здесь оружие? Именно так. Пушки тут не помогут. Каждому нужен какой-нибудь туз в рукаве. Такое оружие, чтобы против целой армии выстоять. Могу поспорить, им плевать, кто попадет под обстрел. Поэтому их и зовут бандитами. Почему преступника испугали? Чего вы такие крутые боитесь? Карнаж киллера! Он убивает моих ребят, русских, людей мистера Негатива. Все думают, что остальные платят ему. И я начинаю опасаться, что он какой-то урод. Вроде той гигантской ящерицы или малого с роботами. Значит, пока он убивает, война гангстеров не кончится. Еще хуже станет. Ладно. Если не хочешь, чтобы от тебя мокрое место оставили, расскажи копам все, что знаешь о разборках. Ладно, но это бестолку. Тут полно идиотов с пушками, они только и ждут, когда киллер до них доберется. Это как пожар. Будет только хуже, а? Ха. Хоть я над этими штуками и смеюсь, они очень недурны. Если бы такую кинетическую энергию да в мою паутину... И кто здесь вор, а? Улучшение открыто. Ну-ка. Сейсмический импульс. Технология, украденная шокером, вдохновила паучка на усовершенствование метателя Путина. Окей. 2000. Ладно, будем копить.
знакомы со Скорб, но меня вы не знаете. Я Гарри Осборн. Умирая, мой отец оставил мне не только свое дело, но и все, чем мы владеем в Нью-Йорке. В последнее время я Скорб и город часто становятся жертвой преступлений. Я объявляю о сотрудничестве с человеком, который, как и я, недавно вернулся в свой родной город и хочет ему помочь. Уилсон Фиск. Да, Фиск, знакомая фигура. Нью-Йорк сделал меня тем, кем я стал. Я хочу отблагодарить его. Возрождать город после недавней трагедии – честь для меня. Но это только начало. Позвольте представить спецгруппу обеспечения правопорядка. Полиция работает отлично, хотя ее ресурсы ограничены. Но если угроза превосходит обычные масштабы, нужна помощь, и мы... Гражданам не придется брать на себя и этот груз. Мы с мистером Фиском финансируем эту элитную группу сами. Одиночки вроде Человека-паука только вредят общему делу. Это наш город, и мы вернем его себе, все вместе. Я по-прежнему хочу забрать его со Скорб, юноша. Я по-прежнему отвечу «нет». Ничего. Я дождусь, пока вы умрете от той же болезни, что и ваш отец. День охотника. Так, куда там? Отлично. Ладно, на этом, я думаю, самое хватит. Самое время брать бандитов. Спецгруппа сгоняет их с насиженных мест. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Всего хорошего. Пока.